вперед. А с вами Арсений, интернет-магазин Букап, и наш новый видеообзор. В данном случае мы рассмотрим вот такой маленький газовый обогреватель от челябинской компании российского производства и 04 луч. Несмотря на свое маленькое такое скромное название, этот обогреватель вырабатывает номинальную тепловую мощность до киловатта 150 ватт. Вот. И этого вполне достаточно для того, чтобы прогреть небольшую зимнюю палатку для рыбалки. Ну, также этот обогреватель можно использовать практически где угодно. Дома, быту, на улице, в подсобных каких-то помещениях. Главное, чтобы условия, если это помещение, оно должно будет проветриваться периодически. Расход у данной горелки у нас всего 60 грамм в час. Согласитесь, удобно взять с собой вот небольшую такую горелочку, 5-литровый, допустим, газовый баллон, приехать, подключить баллон через шланг, редуктор соответственно, зафиксировать. Данная горелка у нас работает от российских баллонов 5, 12, 27, 50 литров. Подключение у нас происходит через шланг и редуктор. Редуктор обязательно, так указывает производитель. Принцип запуска данного обогревателя предельно прост. Подключаем систему к газовому баллону, проверяем на утечку газа, открываем вентиль, подносим к сеточке источник огня, совершенно любой. Огонь у нас появился. Регулируем по мощности. Через 1-2 минуты огонь уйдет внутрь горелки, где и будет, в принципе, происходить все сгорание. Поверхность у нас накалится и будет источником тепла. Данным обогревателем, в принципе, можно пользоваться как плиткой. Производитель не запрещает этого. Но хотим заметить, что если вода попадет на керамическую поверхность, не исключено, что керамическая поверхность может лопнуть, вследствие чего обогреватель придет в негодность. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендую.